«Гранадас», «Три тонадильи», «Скорбная маха», «Стихи Перике». Исполняет Елена Образцова. Партию фортепиано исполняет Важа Чачава. Thank you.
Рахманинов. Рахманинов, «Не пой, красавица», стихи Пушкина. «Она, как полдень, хороша» – стихи Минского. «Она, как полдень, хороша»
Отрывок из Мюссе. Перевод Апухтина. Официальное звание полномочного, чрезвычайного и полномочного посла Великой России во всем мире. Я желаю тебе всего самого-самого доброго, долгих лет жизни, огромной, еще огромной концертной деятельности, огромных успехов на ниве тебя как замечательного педагога. И от имени и по поручению Президиума Академии Российского Искусства я хочу тебе вручить медаль, памятная медаль Академии. И решением нашего президиума, в нашем президиуме Дмитрий Сергеевич Лихачев, Игорь Александрович Моисеев, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Василий Искандер, Петр Тодоровский, Элина Быстрицкая и многие замечательные еще деятели нашей культуры, мы просим тебя быть вместе с нами и вручаем тебе свидетельство о том, что ты являешься чрезвычайным и полномочным членом Академии Российского Искусства.
Чайковский, ария Гремина из оперы «Евгений Онегин». Исполняет солист Миланского театра «Ла Скала» Мигель Запатер. Yeah.
Чайковский, сцена «Графини» из оперы «Пиковая дама». Исполняет Елена Образцова. Thank you.
Чилия, ария принцессы из оперы Адриена Лекувре. Масне,
«Слезы Шарлотты» из оперы «Вертер». «Масканье», интермеццо из оперы «Сельская честь», исполняет оркестр, дирижер Павел Сорокин.
Маскании, роман Сантуци из оперы «Сельская честь». Министр культуры Российской Федерации Владимир Егоров. Дорогая, любимая, несравненная Елена Васильевна, сегодня здесь, в удивительном и любимом нами всеми Большом театре, начинаются ваши юбилейные концерты. Тысячи и тысячи давних и искренних почитателей вашего поразительного таланта будут иметь возможность еще раз соприкоснуться с прекрасным. Я знаю, что в урочный час и к вам, и к миллионам почитателям вашего
удивительного, гениального голоса придет весть о том, что государство высоко ценит ваши заслуги, ваш огромный вклад не только в отечественную, но и в мировую культуру. Это будет сделано указанным президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. В урочный час весть придет. А сейчас, в этот прекрасный вечер, в самом начале юбилейных концертов, позвольте мне зачитать адрес поздравительный председателя правительства Российской Федерации Сергея Вадимовича Степашина. Дорогая Елена Васильевна, ваш исполненный подлинного артистизма и пленительного женского обаяния образ властно приковывает к себе сердца миллионов поклонников вашего таланта. Высочайшее мастерство, огромная творческая энергия позволяют вам блистать на оперных сценах и создавать камерные программы, исполненные глубины и лиризма. Ваш несравненный голос с первых звуков захватывает и дарит истинное наслаждение, повествуя о полноте бытия. Надеюсь, что судьба, столь щедро одарившая вас талантом и красотой, подарит и нам счастливую возможность еще долгие годы соприкасаться с вашим творчеством. Счастья вам и благополучия. Сергей Степашин. Плач Федерико из оперы «Арлезианка» исполняет солист Большого театра Бадри Майсурадзе. Thank you.
Адаптация Андре Шенье из оперы Андре Шенье. Исполняет Зураб Соскелава. Джордана, ария Маддалены из оперы Андре Шенье, исполняет Маквала Касрашвили.
От Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Виктор Якимов. Дорогая Елена Васильевна, позвольте мне по поручению министра обороны России, маршала Российской Федерации Игоря Дмитриевича Сергеева, который, к сожалению, не может сегодня присутствовать, ведет переговоры в Финляндии, поздравить вас от воинов армии и флота, божественную женщину, великую русскую певицу, сегодняшним большим торжеством. Выразить вам искреннюю признательность за тот огромнейший вклад, который вы вносите в формирование духовное наших воинов армии и флота. Ну и пожелать вам, чтобы дальше вы несли то божественное, что вы несете, даря людям свет, как в пушкинском пророке. И Бога глаз ко мне воззвал: встань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Бизе, сцена гадания из оперы «Кармен». Thank you.
вице-президент Камерной филармонии Михаил Кизин. Елена Васильевна, вы вызываете восторг и восхищение. Мы любим и гордимся президентом нашей общественной организации Камерной филармонии. Больше нет слов. Пусть эти серебряные птицы символизируют прекрасные пения, которые вы дарите нашим слушателям. Бизе, финальная сцена из оперы «Кармен». Thank you.
pour que toi. Pour que tu te mêles en femme, contre la gloire de moi.
всем за то, что вы пришли сюда. Спасибо большое за то, что вы так приняли наш замечательный концерт. Я хочу поблагодарить моих друзей, которые пришли сегодня и так прекрасно украсили наш концерт. Я хочу сказать спасибо Большому театру, что разрешили такой концерт здесь сделать. Я бесконечно благодарна театру за то, что сделали такой праздник. Спасибо господину Лужкову за то, что он субсидировал нас. Спасибо господину Таранцеву, который здесь присутствует, за то, что он дал много-много денег на это. Спасибо всем.